Хочу выразить слова благодарности работникам департамента охраны за их сложную работу. У нас случилась ситуация, пока мой сын был в командировке, вор пытался проникнуть в квартиру. И ребята очень быстро приехали и его задержали. Вот. После этой ситуации у нас возникла ситуация... Ну, после возникшей ситуации мы приняли решение поставить квартиру на сигнализацию, чтобы обеспечить безопасность своего жилья. И буквально через некоторое время вот нам уже поставили сигнализацию. То есть сотрудники работают быстро, оперативно, очень добросовестно выполняют свою работу. Большое спасибо.